Впереди целое лето, у многих есть какие-то планы, кто-то поедет на озеро, кто-то в отпуск, кто-то будет просто работать, например, мы, а кто-то будет смотреть, что правильно, сериалы, поэтому я подготовила такую небольшую подборку топ самых ожидаемых сериалов этого лета. И я предлагаю начинать. Да. Люблю сериал. Ожидаемый сериал это «Нэнси Дрю», четвертый сезон выходит, 1 июня, кстати, вчера уже вышел. Это, конечно же, долгожданное продолжение истории по мотивам знаменитого комикса о юной сыщице, которая разгадывает мрачные тайны родного своего города. Для тех, кто не знает, расскажу немножко о сюжете. То есть вот есть главная героиня Нэнси Дрю. Она окончила школу и собирается поступать в колледж в другом городе. Школу она закончила. Она с демонами борется, явно нет. Как она закончила, да? Вот. И она пока что подрабатывает официанткой, но в ее городе происходит убийство таинственное. Это очень важно было отметить. Таинственное, в котором подозревают нескольких подростков, в том числе и вот нашу главную героиню Нэнси Дрю. И ей приходится проводить свое собственное расследование. И вот уже вышел четвертый сезон, поэтому да, те, кто ждали, этот день настал, можете смело начинать смотреть. Четыре сезона расследуют одно убийство. Нет, ну почему? Там наверняка как-то переплетается история. Давай не будем спойлерить. Это все из-за чаевых. Наверняка. Главное, можно пересмотреть первые сезоны, и на все лето как раз хватит. А ты следующий сериал? Далее. Сериал, который ожидаю лично я, называется «Он. Переполненная комната». Выходит 10 июня. Это история о том, о человеке по имени Дэнни Салливан. 1979 года события показаны в этом сериале. В общем, это про убийство, стрельба на Манхэттене. Но в чем суть? Человек страдает провалами в памяти, отрицает свою вину. И в этом сериале адвокат проводит с ним беседу на протяжении практически всего сериала. Мы наблюдаем, как они беседуют. Она задает ему вопросы наводящие. Она пытается выяснить, почему у него провал в памяти, почему он отрицает свою вину. И уже потом я узнала, что на самом деле это история знаменитого Билли Миллигана. Оказалось, что вот этот вот главный герой по имени Дэнни, это же, ну, у него было вообще, у Билли Миллигана, кто не знает, человека, у которого было очень много якобы личностей, около 24. Но у него было 10 основных личностей, вот в число которых как раз-таки входил этот Дэнни Салливан. Mm-hmm. И эта история как раз-таки вот об этом главном герое. Очень, мне кажется, будет интересный сериал, такой немножко криминальный, поэтому я очень жду, в общем. Время для следующего сериала, перейти, мне кажется. Конечно же, к следующему сериалу. Это «Ходячие мертвецы», «Мертвый город». Кто не знает «Ходячих мертвецов»? Это какой сезон? Выходит 19 июня, выходит, не знаю, кстати, какой сезон, но я знаю, что это спин-офф. То есть здесь будут рассказывать о действиях, которые разворачиваются в центре Нью-Йорка, где Ниган Смит и Мэгги Ри, им предстоит встреча с мертвецами и людьми. Шоураннером проекта стала продюсер и сценарист оригинала Элли Хорн. Главные роли исполнили Джеффри Дин Морган и Лорен Коуэн. В общем, все, кто любит «Ходячих мертвецов», тоже welcome. Вы можете смотреть этот сериал с 19 июня. Такая вот подборка у нас получилась. Но все-таки советую вам не сериалы смотреть дома, а гулять побольше, потому что наступило лето.